Итак, друзья, всем большой привет. С вами проект «Американские горки», прорыв в твоем трейдинге. Я скромно ведущий, автор этого проекта Виталий Сергиенко, профессиональный трейдер в теме с 2007 года. Я горд и очень рад вам представить новый обновленный проект «Американские горки» при поддержке брокера европейского компании Admiral Markets. Просто ну, вот я разработал несколько новых курсов и обновил предыдущий. Давайте с вами ознакомимся, вообще поймем, что у нас есть, да, для каждого из вас. Заходим на сайт компании Admiral Markets, раздел обучения, и в самом конце вот здесь проект «Американские горки». Открываем. И мы попадаем с вами вот на такую замечательную страничку проекта «Американские горки». Да, здесь моя улыбающаяся фотография, красивые слова, которые здесь написаны, которые мне очень нравятся. Если вы думаете, что образование слишком дорого, оцените, во что вам обойдется невежество. Это сказал Дерек Бок, президент Гарвардского университета. Очень мудрые, мне кажется, слова. Итак, у нас с вами есть теперь не просто один, а целых три курса. Один это мини-курс для тех, кому просто нужно как бы поправить ориентир, или либо трейдер находится в самом начале своего становления, в самом начале пути. Я назвал его на приеме у трейдера, то есть это единичное занятие, порядка 60 минут. От вас требуется анкета, скрины последних сделок, ну вообще адекватность какая-то, интерес, и просто чтобы с вами разобрать последние сделки, которые вы наделали, что-то вам подсказать, рассказать. И, конечно же, нужен скайп, больше особо ничего не нужно. Что вы здесь получаете, перспективы какие? Вы вообще поймете основные цели в трейдинге, потому что многие, к сожалению, не понимают вообще, зачем они здесь. Ну, закидывая по 100 долларов и начинают разгонять депозит, то есть это никакого отношения к профессиональному, к реальному трейдингу вообще не имеет. Дальше вы узнаете свои основные ошибки, то есть это очень вам поможет. Дальше разберете на практике свои последние сделки, что немаловажно, потому что многие просто делают сделки абсолютно неверно. Получите поддержку опытного специалиста, ну, как бы скромно себя так называю, да. Надеюсь, что действительно вам помогут мои советы, потому что возникало не раз такое желание у людей, вот, что, может быть, по какой-то причине не нужно на первом этапе какого-то огромного курса, но разобраться с тем, что у него уже есть, вполне реально. И найдете все какие-то ответы на свои накопившиеся вопросы. Я постараюсь в течение 60 минут посредством скайпа вам рассказать, пообщаться с вами и понять, в чем ваши сильные и слабые стороны. Это первый такой эконом, скажем так, курс, да, который очень скоротечный. Дальше основной мой курс «Прорыв в твоем трейдинге». Многие уже его посетили и много очень положительных отзывов. На самом деле, меняется подход людей, люди после этого начинают зарабатывать, перестают терять средства свои и потихонечку-потихонечку двигаются в правильном направлении. Вот здесь вы можете посмотреть вообще идею курса, что такое этот мой курс «Американские горки», и также перспективы после его прохождения. Вот вы видите, что здесь очень много перспектив. Это и научитесь торговать самостоятельно, пользуясь всеми навыками, которые вы получили в течение этого курса. Дальше это появится возможность попасть в команду трейдеров, что для меня, пожалуй, самое важное, даже многие не понимают, но я хочу научить людей своей системе, чтобы они потом могли действительно принимать денежные средства управления, чтобы я мог им передавать какие-то депозиты, которые, ну, мне уже нет смысла, допустим, торговать, но очень-очень много инвестиций, которые привлекаются под проект. И это нужно кому-то передавать. Поэтому основная идея курса – это создать вот такую группу трейдеров, которые будут работать на деньги инвесторов. Научитесь торговать по простой и интересной торговой системе. И причем это не просто какой-то набор индикаторов, это целостная система, которая у нас имеет и паттерны определенные, и скрипты по объемам, да, с биржи CME в Чикаго. Также это у нас жесткий money management, это анализ сделок, это торговля по алгоритму и полное сопровождение каждого из учеников,
чтобы люди не теряли деньги, чтобы их периодически поправлять и направлять в нужном русле, так скажем. Дальше вы здесь узнаете, как грамотно рассчитывать торговую позицию, и чтобы ваша торговля, она действительно приносила радость, и вы торговали с минимальным риском. И вообще, ну, я верю, что освоите понятную, простую и перспективную профессию трейдера. Здесь у нас есть 5 онлайн-занятий по моей системе, вот здесь все описано, да? И видите, что получаете бессрочные консультации по скайпу. То есть вы всегда можете ко мне обратиться, я вам смогу помочь. Здесь вот написано о том, как курс построен и его стоимость. То есть вот все предельно просто и понятно, да? Все здесь написано. И такой, скажем, VIP-курс, это один на один. Здесь идея курса в том, что мы с учеником один на один торгуем онлайн. Да, на его счету, на моем одном из счетов преподавателя. И внутри дня 5, опять же, есть кратких лекций. То есть я направляю человека, как и что здесь будет происходить. И дальше мы торгуем по системе «Американские горки» уже онлайн, там в течение 2 часов. Если есть торговые сделки, мы обязательно внутри дня их находим и открываем каким-то адекватным лотом. То есть вот такая схема работы. Я считаю, очень интересно, и мало кто может позволить себе торговать онлайн. Я как бы этого не боюсь, потому что система рабочая, интересная, и те, кто уже давно следит за мной, смотрит мои видео, посещает мой раздел аналитики, да, на сайте компании Admiral Markets, тот видит, насколько, в принципе, система дает точные и интересные трейды. Также небольшой анонс. Что хочется сказать, что в разделе «Аналитика» по-прежнему, так скажем, находится, работает мой блог трейдера, куда я периодически по настроению добавляю какие-то свежие видео, какие-то интересные записи по успеху. Поэтому вы можете посмотреть, и это, по крайней мере, не будет вредно, но будет, я верю, что полезно каждому из вас. И также в разделе «Аналитика» на сайте «Адмирала», вот он, объемный анализ. Кто еще не посетил, посетите. И также есть новая фишка, которая появилась в августе месяце. Это, видите, подписка на данную рассылку. То есть вы теперь можете не просто даже заходить на сайт, или по какой-то причине вы забыли, но у вас будет электронное напоминание, и каждый день примерно в 10 утра, вы получаете свежее письмо, в которое вы можете зайти и посмотреть. То есть вот такие моменты. Я думаю, это будет очень полезно, интересно, и каждому из вас это поможет в той или иной мере добиться успеха в трейдинге. Видите, я создал 3 разных курса для разной степени загруженности, для разного кошелька, так скажем, для всех потребностей. Все это здесь расписано, так что вы можете зайти, еще раз раздел обучения, проект «Американские горки», и ознакомиться совсем подробно. В конце этого видео я, как всегда, оставлю все ссылки. Вы можете зайти, там увидите курс, записаться на курс и попадете на эту страничку. Можете подробно со всем перечнем, так скажем, ознакомиться и понять, насколько вам это интересно и нужно. Как всегда, мой e-mail под этим видео, и все полезные ссылочки также будут там. Надеюсь, что я вас заинтересовал, потому что я набираю очередную группу во второй половине августа, и мы будем с ребятами заниматься плотно, потому что сейчас в сентябре будет интересный рынок, интересные движения, и уже, ну, определенные инвестиционные счета на подходе, поэтому их нужно осваивать, нужно кому-то торговать. У меня сейчас как бы инвестиций вполне достаточно, поэтому я на данном этапе не нуждаюсь в новых деньгах, но эти деньги нужно распределять. Поэтому жду вас на своем курсе. Мне интересно создавать профессиональную группу трейдеров, которые потом будут добавляться в чат, и мы будем вместе общаться и добиваться успеха. С вами был Виталий Сергенко, автор и ведущий проекта «Американские горки». Я надеюсь и верю, что я вас заинтересовал. Будем с вами общаться, будем сотрудничать и будем вместе прорываться к вершинам успеха в трейдинге. Ну вот на этом все. Всем успехов, хорошего дня, хороших выходных и всего доброго. Пока-пока.